9 мая для меня, для бывшего Советского Союза, необычный праздник. Узбекистан, Таджикистан. Они во время войны многие работали. Типа, они тоже воевали, но поварами. А наши действительно были партизаны, воевали. Они были необычные кыргызы. Ассаламу алейкум, байрамыңызбен байке. Қандайсыз? Қандай жаным. Мен оқ жаққа қоғалдым, так па жақ. К сожалению, сегодня отдельные безответственные политики в отдельных сторонах Содружества попытаются пересмотреть итоги Великой войны, фальсифицировать историю. Это покушение на победу. Это покушение на святость. Мы, кыргызстанцы, подобного никогда не допустим. Ирина Викинчесигат Крым, Балалык кезең бурук мушекенисин,